можете перечитать все кулинарные книги, пересмотреть все сайты с рецептами и спросить совета у всех соседок в мире, но никогда не найдете настолько подробной инструкции по приготовлению здоровой пищи. Смотрите и записывайте. Сегодня мы приготовим кнели куриные со шпинатом и творогом на пару под соусом из цукини и сельдерея. Для этого нам понадобится куриное филе, замороженный измельченный шпинат, зернистый обезжиренный творог, болгарский перчик, цукини и сельдерей. Нарезаем куриное филе, лук кубиками, шпинат, болгарский перец кубиками, обезжиренный зернистый творог и с помощью блендера перемешиваем и получаем фарш на кнели, которое мы, вытирая слюнки, так ждем. Шпинат необходимо отжать от лишней жидкости, ведь мы готовим фарш, а как известно, он должен быть густым, чтобы придать ему нужную форму. Внимание! В пароварку обязательно добавляем чистую воду, никакой самодеятельности из-под крана. Из полученного фарша формируем кнели. Делаем мы это на шпажках. Отправляем полученное в пароварку и включаем на 15 минут. Пока мы ждем полной готовности кнели, мы приготовим соус. Кабачок подсаливаем и заворачиваем в фольгу. После приготовления измельчаем запеченный кабачок, нарезаем немного лука и добавляем сельдерей. На 100 грамм кабачка, 30 грамм лука, 50 грамм сельдерея и 100 грамм воды. Готовые к варке ингредиенты подсаливаем и отправляем вариться. После кипения держим 10 минут и отправляем полученное в блендер. Украшаем рукколой, свежим горошком, черри, добавляем лист салата, мангольд. Если кто-то из вас думает, что мы постоянно стараемся с кого-то сбросить вес, вы не очень сильно ошибаетесь. Ведь правильная пища – это в первую очередь здоровый организм, а в здоровом теле здоровый дух. Вот пазл-то и сошелся. Правильно? Конечно. А я говорил? Говорил. Благодарим за съемку кафе «Гурмания», улица Воровского, дом 77, телефон 460779 и 548520.